Нас засекли! Я заметила! Чуть не Держи. Стащил из запасов. Магазин? У меня хватает, спасибо. Ты уверен? Я видел, как ты стреляешь. Пошел ты.
поражена. Я иду. Уложила. Потеряли одного! Оружие к бою! Начинаем поиски! Кто здесь? Не понял? Вот, вот они! Сейчас все кончится! Чист. Это точно. Идем дальше. С языка сняла. Должен быть способ их открыть. Какой-то механизм. Попробуем. Отлично. Сработает. Сиди там. Или стой. Стой там. Так точно.
Прошу прощения. Как ты там? Нормально. Ладно, видимо, не сюда. А, вот ты где. Развлекаешься? А, почти добралась. Есть. Вот это да. Спасибо. Идем. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хайсальский пазл? Сперва сложить внутренние части. А, конечно. Я делаю лук. Парашурама. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты Чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Угу. Ух ты. Фрейзер. Что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хайсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах. Только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Стоит посетить крепость над водопадами. И, возможно, крепость на горе. А, стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать.
Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Давай поищем путь вниз. Хорошо. Ага, открылось. Значит, водопады и гора. Есть! Слушай, чтоб ты знала, Натан Дрейк исчез с радаров. О нем можешь больше не беспокоиться. У меня были сомнения. А почему ты согласилась? Дареному коню в зубы не смотрят, особенно сейчас, когда все только и ждут моего провала. Понимаю, но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от тебя многого, их гораздо проще удивить. Но все-таки это жестокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. Всегда работаешь одна? Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь, и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала. Стой! Черт, их там полно! Глянем поближе.
Пауза. Там что-то было. Эй, нашел их! Нас засекли! Тебя нас не остановить! Уходи оттуда! Да что ж такое? Одного потеряли! Берегитесь! Обыщем тут все. Черт! Мы здесь не одни! Отлично. Все чисто. Давай осмотримся.
Сейчас вернусь. Конечно. Аккуратно. Нормально? Пока вполне. Ты все пропускаешь. Еще чуть-чуть. Все три символа в одном месте. Отлично. Топор Шивы. Посмотрим. Показывают прямо на Хайсальские руины. Старая крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. Ха. И что это такое? На будущее. Надо глянуть, что за дверью с трезубцем. Еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Тебя пометим трезубцем. И, наконец, дверь с луком. Веселенькое восхождение получилось. Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Ну, не зря слазила. Наверху все три символа указывают на конкретные руины. Да ну, то есть теперь мы точно знаем, куда идти? Именно так.
Смотри, там на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Фрейзер! Сюда, смотри! Что? Что там? Обезьяны! Похоже, ты рада. Люблю обезьянок.